Ползком в гору и дальше по проезжей части по колено в снегу. Так еще недавно пешеходы добирались от ПМК до Северного. Мы оставили заявку в единую диспетчерскую службу, чтобы пешеходную дорогу привели в порядок. Сегодня вновь прошли по маршруту ПМК «Северный». Теперь преодолеть этот путь существенно проще. Грейдер ликвидировал валуны и гору, дорога стала пологой. Самое главное, чтобы дорожники вновь не засыпали тротуар при чистке Ярославского шоссе и периодически прочищали тротуар после снегопадов.